Рустам, впереди игра с прямым конкурентом. У вас по 6 очков, а позади целая неделя тренировки. Как команда провела это время? Ну, у нас все прямые конкуренты. Не сказать, что именно команда «Ангуш» наш прямой конкурент, но в плане набранных очков, да, мы сейчас находимся рядом. Провела позитивно. Много ребят после последней игры выбыли из-за того, что были какие-то такие микротравмы, но они все в строю. Так что готовимся взять 3 очка. Ну что была сделана ставка в тренировочном процессе? Больше теории было или физической подготовки? Нет, все по плану. У нас была теория своей игры, то есть разбор своей игры. У нас будет сегодня разбор команды соперников. То есть все сбалансировано. Все сбалансировано. Как обычно мы работали в недельном цикле, то же самое. Ничего такого мы не поменяли. А какие коррективы были внесены, учитывая, что вам надо играть на натуральном поле? Ну, тут корректив никаких мы не сможем внести, потому что нам тяжело было найти какое-то поле натуральное, где мы могли хотя бы потренироваться, немного почувствовать его. Поэтому, да, будет непривычно ребятам. Тут некоторые вообще никогда не играли на таких полях. Поэтому игра покажет, посмотрим. В последнем матче был продемонстрирован очень красивый атакующий футбол. Думаете ли вы придерживаться такого футбола и дальше? И в какой футбол играет «Ангуш»? Мы всегда придерживаемся атакующему футболу, просто мы не забываем, что и соперник может свои коррективы вносить, да, то есть мы можем ставить игру от обороны, мы можем пытаться атаковать, но если это будет позволять, соответственно, соперник. В матче с Астраханью у нас получилось проявить то, что мы хотим, то, что мы требуем в тренировочном процессе. Поэтому будем как бы играть только от себя, от своих сил. Что касается «Ангуш», то хорошая команда, мастеровитая, особенно в атаке. Любит такие короткие средние передачи из обороны, если им это позволять. Поэтому все секреты раскрывать не буду, все будет знать команда на установке. Так что посмотрим. Спасибо большое, Руслан, удачи.